Итак, всем добрый день, вечер, утро, не знаю, кого что. Я стримлю. И сейчас у нас матч IVG Инспанда. Так. IVG что-то плюсом. IVG плюсом. И пока ждем. Не знаю, чтобы рассказать. Ну, я знаю команду Инсландер, то есть играл на них один раз плюсом. Ну, скилловая тим, то есть, ну как. Хорошая команда, действительно. Ну, о ней я не так много знаю. Но хочу туда пробиться, то есть. Сказали, еще проверят, но будем ждать. Так. А вот в команде IVG вообще знаю, слышу в первый раз. Неизвестная мне тима, но знаю только Матека. По тому, как он был в... как же его... не в N2B. Блин, короче, забыл команду. Но... в общем, команда была довольно-таки сильная. Так. Вот, и вот, уже 5-5, все. Рейди, рейди. Все рейди. Так. Я думаю... Инсландер. Потому что... действительно, я просто не знаю ничего об команде АВГ. Админ, Аполлон. Потерялся судья. Так, все, начинаются ножи. Если что, по-моему, мапа Инсландеров это Инферно, кажется, будет. Ну, если выиграют. Ну, хотя, может быть, какой-нибудь сюрприз поднесут ребятам. Посмотрим. Так, начинаются ножи. Я вылечу на длину поле сражения, земля, поле битвы, земля. Так, и что у нас тут? Так, оттягивается, ребятки, пятеромся в яму, правильно. Хотя, ну вот, и меняется уровень у нас. Нажимы не посмотрим, так как у нас слишком дилей, слишком у нас дилей большой в минуту, да? Если бы дилей был поменьше, то, ну, хотя бы даже секунд 20, если бы был бы, мы бы посмотрели бы, я думаю, ножи. Ну, или хотя бы, может быть, половину ножей. Ну, а сейчас просто смотрим, какая мапа у нас. Так. Ждем. Ждем итог. Так, заходит у меня. Сейчас. И я просто уверяю, что еще никто не зашел из игроков. Ну, во всяком случае, такого еще не было. То есть, было пару раз, но это так. И это нюк, значит, карта у IVG. Ну да. Спрыгнули в яму, победили. Молодцы. Так, у нас нюк, а у меня лаги. Тем временем. И пока мы ждем, я немножко так попробую сбить что-нибудь сбить. Так, что ж у нас тут сбить-то можно? Так, вот, все, ну, более-менее, я думаю, должно быть. Ну, сейчас зайдет еще. Так, ну, да, лагать стало действительно меньше. Ну, это еще может быть СТВ,
Так, заходят ребята потихоньку. Все, все заходят. Только вот, только. Так. Ух ты, как инсландеры по фасту заходят. Так. 4-4 и НБК ждем. Ждем НБК. Так, извиняюсь. Ой. Да, вот 5-5. Наверное, ИБГ. Так, начинается у нас ножи на сторону сейчас. Насчет мнения зонда, может и реально карта Инсландер, ну посмотрим, в общем-то. Ну и похер, у вас все карты любимые у Инсландера, так получается. Так, так, Инсландеры, кстати, первый делает минус. Да, ну вот тут сразу 2 размена, 3 размена. Да, похоже, это КТ стей от АВГ. Так, ну тут у них двое косвенных. У них трое. Трое косвенных, один только целый. И тот АФК. Танк уже по фану гуляет, он увидел, он его увидели, сейчас его резать побегут. Танк убегает в ангар, в подвал, в ступеньках стоит на возвышенности, ждет. И, о боже, да. И это стей, стей АВГ. Так. Начинается у нас матч. И посмотрим, что сейчас придумают Инсландер. Так как команда мне это симпатично. Кварс МД ток прописывают. Начинают ребята. Первая пистолетка у нас. Что у нас по фасту Б, наверное, или что? Да нет. Это выход. Не знаю, какой выход. Тут уже все два красных. Первый фраг от Везена. Это выход Б, похоже, будет. Да. Хэйшейкер делает первый минус. Смотрю-ка за ним. Смотрит жопу, обходит на А. Дангер делает два минуса. Фастон и НБК. И сейчас тут пасет бомбу. Кто тут? Дангер. Хейшейкер-то хорош, только толку бы еще был. Сейчас вот ему нужно давать минус. Тут пытаются прострелить. ВБ дать на скрипте. И сейчас на радио уходит. И ваншот дает хорош. Дает ваншот. Отходят ребята на Б. А тут, наверное, к Б уже с ним спустились. Я догадываюсь. Да, вот. Лезут.
Вот полез. Хорош. Ну. Ладно. Первый раунд за АФГ. А Шейкер, ну, фактически затащил. Маттек дефузил. Все. 1-0 в пользу АВГ. Ну, это КТ. Мапа КТ фактически. За Т тут действительно тяжело играть. Не знаю. Такое было бывало редко, что за КТ. Ну и за Т можно было тут действительно прям так тащить. Не знаю, тяжело. Тут инсландеры сами себя же обсирают. Ребята, не привыкает. Так, кидают фойе, тут отход на А, через улицу. Так, хейдшейкер выходит А. За красную забегает. Так, кстати, улицу даже никто не смотрит, все сидят на Б. И тут даже тут слишком много на А сидят. Один вообще всего лишь рампу смотрит, хейдшейкер дает первый минус. Ну, чтобы догадывались со стороны. Так. Уходит на Б. Так, вот, дает дангер. Ой, андеграунд, дангер, говорю. Танк дает минус хае. И сейчас на радио перестреливается и дает минус дангеру. Второму он переписывался. Тоже спрашивает, ты по-прежнему играешь как дно. Так, и тут выходит Б, да. Ну, Бэз он делает минус 2, минус дает. И он красный. И Фастен красный. И что делать, непонятно. Underground должен выходить. И хороший Underground. Минус 3. 1-1. Счет равный. Странная какая-то тактика у АВГ, они если один смотрит лишь рамп, не знаю, при желании инсландеры могли бы Б пойти, то есть если бы была инфа. Ну, а нет, они вдвоем смотрят рамп. 1-9 и двое скрипт. То есть улицу вообще никто не смотрит, андеграунд выходит на рампу. Андеграунд минус 2. И дангер ему дает минус своему давнему другу. Но вот сейчас соваться не стоит под ВП. Тут дангер прям в щель смотрит. Наемник дает 2 минуса хейшейкеру и фасту. Так, НБК. И Клай, или не знаю как это, его ник читается. Не знаю, не русский ник. Стоп, а где же? Ага. Да, вот НБК дает минус. И сейчас... Так. Ой-ой-ой-ой-ой, Клай дает минус. Да. Просрал хае Клай, правда. Но Ванин пользу инсландера. Действие, конечно, поражает меня иной раз. Зачем брать арктический скин? Его уж хорошо видно. На ворот лучше потемнее. Вот этот вот. Этот вот самый первый, который. Да, найс. Так. Что тут, ребята? Придумают еще. Так, так, так. Хэйшейкер вышел, улица стоит за красной. А улицу даже у КТ никто не кроет, то есть можно выходить спокойно. Тут. Ух ты, андеграунд и Хэйшейкер одновременно минусанули. Наемник, правда,
разменял тиммейта своего. И сейчас... Ну, тут что-то... Да. Клай дает минус. Дангер... Тут тоже разменялся, как бы. Так сказать. И 2 в 3 остаются... АВГ. И что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как сейчас маток-то затупил. И в нужный момент начал. Боже мой, зажать не смог Дангер. Красный был Клай. У Клая там было ХП, наверное, 10 или 12. Не больше. Так. И что у нас? Почему это Инсландер? Так. Фаст там придумывает себе ВБ. Но ВБ он не может дать. И... Сыграл сейчас от минуса танк. Делав его. Так, тут за танком полезли в кишку. Но он это, похоже, услышал, да. Инфа, походу, работает. Зажимает фрага. Зажал, молодец. Танк тащит. Так. И сейчас пока что 3 в 3, ребятки, идут. No plant у них. И хайшейкер минус. Везен минус. Остается 2 в 2. Подозрительно, что же сейчас делать. Клай. Так, у Хейшейкера вообще никого нету. А, нет, у Фастена никого наверху уже нету. По-моему, нет, тут 1-9 смотрит. Да, Клай делает минус. И Фастен говорит своему тиммейту, бери плент и ставь его на Б. Ставит. Успел, красавчик. Ну и теперь только ребятам додержать. Я вижу. Вот тут вот. Да, Клай дает минус еще. Сколько ж минусов дал Клай? Так, он дал раз, два. 2 минуса дал он, да? 4-1 в пользу Инсландер. И теперь уже непонятно, кто мапу убирал. То ли Инсландер, то ли АВГ, хотя... Если АВГ, то их не собраны за КТ или, не знаю... Первый раз вообще-то вижу команду. На капах, на каких-либо таких. Мне тоже кажется, что мапа АВГ зонт. Так, а вот тут вот, сейчас... Клай сейчас выходит на Б. Тихонечко так осматривается на рампе. Так, и Шейкер дает первый... А, нет, 2 минуса уже. Дали ребята. Кто дал 2 минуса? Танк и Хайшейкер, да? Так, танк еще дает минус. Еще один минус. 3 минуса, да. Танк тащит, реально, действительно танк тащит. И последний же на улице вроде. А, нет, последний вообще из кишки лезет по-своему. Так, последний вылез из кишки. И флеш, и спина, все. НБК дает минус фрагу. Да, 0-6 у фрага это просто. А фаст тоже. У фаста, например, на та же ситуация, только тот сливался. В 2 раза меньше. Ну. Что? Может быть эко-раунд со стороны КТ? Да нет. Маток с эмкой. Так. Я думал, уже ВБ дали. Ну ладно, вот Хайшейкер на рампе разобрался.
с двумя. Итак, Fast Enough фраг дает минус. И его же тиммейт разменял. НБК дает еще один минус наемнику. Остается один, маток. Все. Снял танка. Прервал его, наверное, серию. Так, маток смотрит девятку. Осматривается на улице. И не знаю, это он лагает, наверное, да? Или я лагаю, или у меня лагает. Так. Видит в курятнике одного. Тут у нас курятники есть. И где еще? Из кишки. Скрипт. Так, ну вот. Клай. Хэдшейкер дает третий минус. Счет 6-1 после Инсландер. Не знаю, будет ли камбэк со стороны АВГ или нет. Я не знаю. Но при таком раскладе. Один Визон тащит. Ну, более-менее так играет. Старается играть. У АВГ. И танк с ОП. На рампе. ХАЕ славливает. Минус 62 и не попадает. Не попадает сейчас. Так, а кто-то там залез на желтую. Кто на желтый? НБК на желтый. Не знаю. Осматривается НБК. Ну, там никого нет. Ага, вот, на мосту увидел. Но ХАЕ бессмысленно кидать, ведь Везен делает ему минус. Так, 3 в 4 сейчас Инсландер. Хейшейкер, если сейчас он выйдет, то просто словит. Люлей. Опа. Чей-то калаш упал. Так, ну, Хейшейкеру ничего не остается, как выходить через... желтую и пытается в ББ сейчас простреливает он выход на скрипт и где же этот во фрага попадают причудливым образом через стену и заходит и да Александр Хейшейкер славливает и что на Б ставит. И славливает. Да, но сейчас андеграунду только бежать. И он не успеет. Фраг дефит. И, в общем-то, счет 6-2. Пользуется Сандер на данный момент. Так, и что у нас тут? Так, мы наблюдаем... Да, ну, лезть в трай... Ой, ВБ! ВБ от Клая сейчас. ВБ просто дал красавчик. Да, хорош. Я еще так посмотрел. Думаю, ВБ или нет. А потом, он так раз упал, я думал, надо зашли, да нет. Это ВБ, действительно ВБ. И ой-ой-ой, ну Клай, вот ВБ как давай, так ты умеешь, а как... Опа, ХАЕ дал. И сейчас остается один в один, они остаются. А, нет, тут два, НБК еще с соткой, и Клай с соткой. Ну вот, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Клай услышал, да, наемнику. 4-9 залепил. 3-9 у наемника сливался, он один сливался во всех раундах. Меньше всех пока что сливался Клай. Да, Клай вообще хорош. И что, снова ВБ будет делать? Так, а я смотреть на это. Полез ли кто-нибудь на девятку? Как это? Нет, в этот раз... Боялись на девятку здесь, похоже. Сейчас пытается еще и ВБ сделать. Но тут бессмысленно. Правда, даже танка слили, поэтому не знаю, что сейчас припримут Инсландер.
Так, НБК делает минус вызану. Остается он красный с 3 хп. И что же сейчас? Так. Клай. Ага. Дангер делает минус на радио. Ну, точнее, на рампе уже. Маграма решает выйти первым. Ух ты, делает минус. И Клай тут разрядил обстановку просто. Девятка. И Клай тащит. Минус 3 от Клая. Хорош. 8-2. Пользуем Сландера. Ну что? Клай дает ОП. Себе. А. Купил коллапс тиммейту. Кто-то ему дал ОП. И, кстати, и спеки ушли. Ну вот. На радио сейчас это зашел уже. Клай уходит на улицу вместе со всеми, сейчас проходить ее будет. А ребятам сейчас проще Б уйти через ангар попробовать. Попробуйте, ребят, через ангарчик. Давай, 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 НБК. Уходи, 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 уходи. Да, уходит сейчас НБК. Ну, НБК, только уходить сейчас надо на Б же. Но там же ведь никого. Да, но вот, минус он этого не знает. И что сейчас? Маток на девятке сидит. Так, Маграма. НБК идет на Б. Все-таки хоть не так, как советовал я. Но тут остается 15 секунд. 13. 10. Ему вставить плен. Плент. Чуть не забыл. На пленте Клай еще дает минус. Ну ладно. Ну красный. Красный дангер 6 хп. Паста на 2. Опа, ВБ дает сейчас дангер. А, вдвоем ВБ сидят. Убегает, 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 убегает. Ага. Дангер слит. Так, 9-2. Ну, это похоже, не знаю. Что будет за КТ от Энсландеров, мы не в курсе. И что будет за ТУ АВГ, тоже мы не в курсе. Может, у них какая-нибудь своя супер тактика откида, раскида. Оттяжек, затяжек. И Клай пытается снова дать ВБ, я посмотрю на это зрелище просто. Ну нет, сейчас он не даст, конечно, ВБ. Хотя, ну, опять же, в тот момент, когда я смотрю, на девятке никого нет, а ВБ. Никто не прыгает, как тогда. Наемник вообще слил больше всех. Да. Клай вообще тащит. Последние вот раунды 3-4 он так усердно делает минуса. И сейчас, ну вот он, я не знаю, это был шейк. Это у меня лагает или это действительно шейк. Хейшейкера убили. Нет, 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 правильно сделал, что не хочешь кидать хае. Потому что он ушел с радио. Так, Визан сидит на фонаре, но его ноги видно, вот в чем проблема. Для нормального человека это понятно. Вот сейчас. Вот нога видна же. Боже мой.
остаются 2 в 5. И сухую. Сухую срали раунд. Сейчас один раунд буквально Инстандером выиграет, и не знаю, это будет тяжело после отыграть. Посмотрим, что АВГ сейчас предпримет. Да что ж так издевается-то, ёкало мене. После этой игры, наверное, пойду перекушу. Впервые отстримил и не поел. Сейчас надо будет перекусить. Так, на улице тут один, в ангаре вот. И дает минус, он красный, краснющий, просто ему ББ делать, стоит, не дает. Свои. Краснющий ушел. Да, это, похоже, 10 раунд, да, Клай дает минус. 6-4 Михаил кидает, и да, 10-3. Ну, я не знаю, Фастон действительно слабое звено сейчас. Почему, кстати, Зонт не играет? Почему именно Фастон? Просто так резко зашел, то сидел зон, а то раз заходит Фастон и сразу прям на игру на самую. Нет, Клай их не попадет сейчас хаевить. Слишком щель маленькая. Так, попробую состав. Основа какая? Так. Ну, что, ребята холдят, от минуса сидят. Два красных, что у всех, что у всех. Ну... Ого, у нас тут все резко пошли в магазин. Похоже, никакой минирования бомбы не было, как сказали изначально. Так. И прикольно, так у нас все основы. Так, остаются ребята 2 в 1. Но оба красных и этот с сотнёй. Да. Это слив. И еще и наемник дает минус. Да. 10-4. Ой-ой-ой-ой-ой, хейшейкер, на, зашел как камикадзе и сделал 2 минуса, и МДК, ну это все похоже, 10, 11, 4, да, сухую просто, визан, я не знаю, что ему сейчас делать, ну сейчас только если, ну у него сотка, а тут много коцаных, тут только... один андеграунд. Целый. И то у меня сейчас лаги. Ага. О. Еда. Еда пришла. Так, тут... Счет 11-4 у нас. И кто-то тут перезаходит. А, ну, Клай перезашел. Так.
Счет 11-4, и кто где будет, интересно мне знать. Ну, улица 1 пошел. Так. Ой, так, а тут вот что? Наемник улицы решил выйти. Так. Танк минус. Танк упал. Ой-ой-ой, танк еще дает минус. Так, остаются, ребята, 2 в 3 АВГ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Минус 3, как сейчас дал. 4К. 4К от танка. Красавчик просто. 12-4. И, ну что, 4 раунда остается, даже, по-моему, клеще, чем Саботаж выиграл, выигрывают сейчас. Ну, Саботаж чуть соперник посильнее попался. И тем более там, ну, как по словам уже потом одного из плюсов ТСЖ, там был человек из Not So Fast. Ну, я не знаю, правда это или нет. Точно не уверен. И, кстати, Plants сейчас ставят. Ой-ой-ой-ой-ой. Красный остается фраг. Но сейчас же его. Да, танк уходит. Шестой фраг просто делает. И что? И Визан успевает убежать и не умереть, да. У него закуп. Ни одного не видел я тут эко-раунда еще. Хейшейкер с мухой. 13-4. Не знаю, не очень интересно за счет того, что, ну, только вот танк меня радует. То, что он, ух ты, хейшейкер. Хедшот какой с мухи. И танк радует то, что он каждый раунд делает минус. И сейчас он дал и слился, ладно. Так, остаются... 1 в 4, сейчас Дангер действительно не тащит. Ну вот тут это получается у меня 4 в 4. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, НБК сейчас своему дает минус. Тиммейт УТК делает. Да, я уже знаю, что они играют уже по фану просто. Действительно, как бы так скучно, что ли. Фраг дает минус андеграунду. Фастон, кстати, за КТ заиграл. Зато я не хотел. Так, МБК, Плэн сливается, Фастон делает еще один минус. Остаются, ребята, 2-2. Дангер высматривает. Ой-ой-ой-ой-ой. 1 в 1. И что, ВБ хочет сделать? ВБ! ВБ! А, он ВБ не даст в любом случае. Ну тут 47 секунд. Тут слишком много времени. Тут еще можно успеть. На корову подолбить, наверное. И Дангер дает хэдшот Фастену. 14-5. Скидывает бомбу. Так, 2 раунда до победы Инсландер, но не знаю. На камбэк не верится что-то мне. Что сейчас АВГ за камбэчат и вернулся в игру. Ой-ой-ой-ой-ой, как хейшейкера поймал в щель. Фраг дает минус. И тут что, рампа двое. Так, танк дает минус.
лампа. Так. И рампа один. На радио тут. Остаются 2 в 2, ребятки. А, нет, 2 в 3. Ошибся. Так, и что тут? На, сайфленд. Ну, НБК тут. Заходить сейчас будет. 14-6. Второй раунд подряд берут. Сейчас. И... Да, так, НБК, наверное, уйдет. С кем он там? С Клаем. Так, а что у нас? Бомба уходит на лифу. Прожимает он обойму. Зачем-то. Хотя я так убивал, действительно. Ну, убил. ВБ, да. Так, размен. Клай еще минус. Бизон дает минус. Поедал. Оставляет 33. Ой-ой-ой-ой-ой, какая ошибка. Господи, что сейчас творит Инсландер? Я не знаю, что творится с Хайшейкером и Клаем, которые тащили в первой половине. Так, Хайшейкер. Минус. На девятке сидел, да. Ну и тут Визен дает минус 4-7. Третий раунд подряд уже берут. 3-3 счет. За стороны. А общий 14-7. По странному виду кидал с каетом, никого под даже не попал. Так, тут у нас танк сигает, прыгает. Клай дает минус. А бомба, бомба где? Бомба на Б. Дангер еще минус. 2 в 2. Да, 14-8, слушайте. Назревает камбэк от АВГ. Должны взять 15 раунд сейчас хотя бы из Исландера, чтобы 15-8, да? Ну, если 15-8, значит, сейчас просто вылетит после... Сейчас посмотрим, какой. Ну, как бы... Ну да, я думаю, 8 тоже
Дает просто хае, не попал. 16-8 победили, да, я видел. Я видел это сейчас в этом. Ну, я вышел на минуточку посмотреть там на самом серваке, то есть обновил. И там карта DDoS-2 уже поставлена. Ну, действительно, похоже, это победа Инфландер. Ну, даже не похоже, а ясно. Победа Инфландер. И ваншот сейчас от паста на смачный просто такой. Фрагу. И сейчас у нас сменится мапа. По хорошему счету. Да. А у меня как раз будет время перекусить и передохнуть немножко. Потому что потом у меня в 8 еще стрим. И если получится, еще и в 9 стрим. Так что оставьте ссылку, кто смотрел стрим у себя в избранном или где-нибудь, не знаю. Потому что еще в 8 и в 9 будут еще парочку стримов. И тут просто минус. А сейчас такие раздают. Просто уже браш сейчас, ребята. Пастом дает минус. Да, все, 16-8. Победа. Это ГГ, ВП. И теперь ждем следующего стрима. Тут скрины ждут. В общем, до встречи.